помощь. Уже иду. Кто-то застрял за этой дверью. Они уже здесь! Заберите меня отсюда! Они идут! Где все наши? На меня тут напали! Помоги там! А я пока что займусь электричеством! Да, уже иду! Эй! Почувствуй себя на нашем месте! Надо уложить их всех! Берегись! Хуже и быть не может. Конечно же может. Парочка. Thank you.
наши права и страховку! Кажется, нам удалось вернуть контроль над ситуацией. Ты вроде говорила, что плод в порядке. Бэйл, идем. Может, все не так плохо, как кажется. Оптимистка. Мой опыт подсказывает, если с виду плохо, на деле еще хуже. Берегись! Джури! Я падаю! Вот. Держись! Порядок? Да. У нас тут вечеринка! Ты как раз успел на салют! Кажется, нас отпустили досрочно! Электро? Почему он всех выпускает? Я пойду в центр управления и узнаю, какова ситуация. Понял. Присоединюсь к веселью. Давайте вы тихо разойдетесь по камерам и запрете за собой двери. Пожалуйста. Ладно? Жутковато. Я мне скучал, паук! Сюрприз? О чем это он? Непредвиденный перепад напряжения. Требуется помощь. Аварийный... Эй, что там у тебя? У меня? Я заперт в тюрьме со всеми, кого отправил сюда за башню. Неужели мне повезло? Скорпион, можешь подождать минутку? Я говорил по телефону! Потеряла тебя на секунду. Все в норме? Не совсем. Электро, носорог, а теперь и скорпион на свободе. Что с остальными заключенными? Система слежения вот-вот заработает. Я сообщу. Я продолжу следить за Электро. Мне казалось, это погоня! Надо его остановить! Тебе меня не остановить! Но твои попытки нельзя! Если скажешь, на кого работать!
работаешь, я буду помягче! Гори! Почему никто никогда не соглашается? Попался! Стервятник? Давно не виделись! Мы хорошо повеселились! Прости, нет времени! Стойте здесь, а? Так, камеры наблюдения снова работают. Что видишь? Что здесь надо? По всей видимости, заключенные плота сбежали. Включаем арсенали. Теперь по городу шастают 5 твоих злейших врагов. Да. На секунду подумал, ты серьезно. Я серьезно. Мне пора. Кое-кто из них отправился в город. Бред какой. Как тебе мой новый костюм? Блестяще. Где ты его взял? Только для членов клуба. Хорошая мысль. Кстати, мы вообще можем разойтись, если хотите. Мы точно не желаем. Не стой у нас на пути. У каждого из вас есть дело. Долги будут выплачены после. Вперед!